Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Hellplay, мы с вами сегодня продолжаем играть Happy Wheels. Ах, хорошо, смотреться надо, чтобы приступить к убийству. Я думаю, что многие убийства совершаются именно в состоянии бодрости духа, потому что Happy Wheels мы именно бодро убиваем. Но это надо с этим разобраться, наверное, нам больше ответят психологи на этот вопрос, которые занимаются с преступниками, там, знаете, допрашивают их, мол, почему ты убил, а он как говорит, я посмотрел летсплей от Сереги Хелье, и он там убивал людей в Happy Wheels, я подумал, почему бы этого не сделать в реальной жизни, потом выехали менты, посадили Сергея, вот так вот я из тюрьмы и записываю свои летсплеи. Ну и на этой грустной ноте давайте на счет три, раз, два, три, вручай. Ну что, надеюсь, вы готовы, друзья. Мы продолжаем поразить просторы топовых карт за все время. Давайте сейчас сделаем рейтинг Anytime. И, как вы помните, мы были на второй странице. Но начнем мы с самого низа и идем вверх. Вы спросите, почему, Сергей, ты начинаешь с самого низа? Ты что, дебил, Сергей? Я скажу, да, я дебил, но начинаю я с самого низа лишь потому, что некоторые карты иногда падают на несколько позиций вверх, на несколько позиций вниз. И поэтому, чтобы исключить полностью возможность игры в старые карты, которую мы уже играли, я начну снизу вверх, потому что вероятность встретить карты, которые были вверху, крайне, ну, вы понимаете, крайне имолит импрувит. Короче, и первая карта называется Kill the Glitches. Убей, короче говоря, глюки. Да, я ненавижу глюки. Press space, так, хе-хе-хе, get out of the box. Ну, короче говоря, карта сделана про тех, кто делает дебильные карты. Вот, например, это типа автор, который говорит: ха-ха-ха, выберись из ящика. И, ну, типа, чтобы выбраться из ящика, надо нажать 5 рейтинга и рестартнуть игру. Ну, такие, знаете, набивальщики рейтинга. Ха-ха-ха, get past the wall, берите... Ну и, короче говоря, и подобные им, там, через стенку, потом выберись из прямоугольника. И я согласен, авторов надо уничтожать, такого говна. Они спамят, это чисто спамерство, они затирают прекрасный Happy Wheels. На тебе, жирный ублюдок, как я тебя раздавил, там, что-то невероятно было. Держите, не смейте делать таких карт. Вот я вот так вот вам, вот всех вас искал. Говно вы все, понятно? Ублюдки просто, ссаные. Отлично. Посмотрите, это бомжа, как он элегантно зацепился по углам, чтобы передвигаться максимально быстро. Смотрите, жопа в один в угол, ноги и руки в другой. Прекрасно, бомж. Его надо на этот, как называется, вид спорта, когда, короче, в санки такие, и по льду, еще он олимпийский, не помню, как называется, но, в общем, все хотели в нем участвовать. Я помню, в детстве, когда видел, как они скатываются по огромной ледяной горке со скоростью, там, 100 км в час, я очень хотел, ну, вау, как же классно кататься с такой классной горки. Вот, потом я узнал уже, что могут быть жесткие травмы, и резко отказался от этой идеи. Да, я сыкло, что поделать. Едем дальше, Гарпун Ран Про. Ну, знаете, этими боковухами в виде про, там не про, нас не напугать. Вперед! Вот, тихо, сына, я тебя, сына, короче, все будет в порядке. Ну, кто, я про, просто, понимаете, пометка про, это типа, чтобы Сергей знал, что карта для него. О, да, я молодец, сына спас, но в конце оказалось не очень хорошо, так сказать, бэд-энд. Не хороший конец, не хэппи-энд, а край-энд, очень край-джайн. Окей, slow motion, rate, please, for more. Так, что такое? Почему я... Я думал, я буду стрелять, но я почему-то не стрелял, а отбил. Но, блин, я крутой, этот, как его, слоумоушенник. Make a face. Короче говоря, сделай лицо. Без проблем. Сейчас сделаю самого красивого человека. Но тут нет выбора. Голова обычная. А, вот, все понятно. Короче говоря, короче, это цвет кожи нам предлагают выбрать. Так, я не знаю. Надо сделать доброго парня. Добрый парень будет с кожей цвета мочи. То есть цвета солнца, хотел сказать. Не мочи, цвета солнца. Вот, давай, хочу вот это. Прекрасно. Я уже чувствую доброту и как тепло сияет из нашего парня. Ну, и он должен быть с прической, которая вызывает доверие. А, конечно же, маленькой... Нет, вызывает доверие. Не-не-не-не-не. Маленькой девочке. Вот такой, конечно. Особенно у мужчин-педофилов очень вызывает доверие такая прическа. А, будем ловить педофилов. Вот, короче, на него. Точно, мы делаем борца с педофилией. Смотрите, мы на живца, так сказать, ловим. Значит, чтобы поймать педофила... Так, это очень интересно. Чтобы поймать педофила. Чтобы поймать педофила, глаза должны быть такие, потому что педофил должен быть уверен в том, что жертва его не запомнит. Когда один глаз смотрит вниз, а один на тебя, складывается ощущение, что человек не сосредоточен на тебе. Понимаете, он невнимателен.
Поэтому я думаю, что это подходящие глаза. Так, что еще по поводу носа? Нос должен быть в виде члена с яйцами. Вот такой, мне кажется, отлично подходит. Как бы символизирует секс. Ну и, конечно же, эротический язык, который как бы намекает на то, что девочка готова на что-то большее. И, конечно же, магические усы и бородка. Такие, этого как его, мага. Чтобы создавать иллюзию того, что в постели мы ого-го. Ну, конечно же, очки Гарри Поттера. Потому что мы закрепляем тем самым образ невероятного магистра. Так, я готов увидеть свою прекрасную девочку, на которую будем иметь педофилов. И это... Ну, сексуальненько. На любителя. А что? Нормальненько так получилось. По-моему, очень привлекательная девочка. Чего вам не нравится? Едем дальше. Ой, сори. Это Neon Pogo Adventure. Короче говоря, неоновый Pogo приключений. Ууу! А, я понял. Просто будем преодолевать. Хорошо, давайте. Это я умею. Ой, головой поцеловал я. Поцеловал головой. Боже, Сергей. Твой русский очень плох. Опа, на. Так, давайте, нормальненько. Запускай себя. Вот, не получилось. Тихо, спокойно. Давай. Вот, он греет. Мне даже написали, что греет. Что там греет-то, блядь, не знаю. Давай. Вот. А так вот. У меня свои методы. Что такое? Мне это не нравится. Да, шарики мешают. Давай, вот так. У меня свои, я не буду запрыгивать, я буду залазить. Ой-ой, тихо, скатился. Скатился, Сергей, не торт, блядь. Опа-на. Все, по-моему, так можно пройти всю карту. Дузи ролл. Так я знал, что его надо сделать. Давай, так, вот так вот, да. Hold space to fit. Так, тихо. Это чертовски... Опа! Ух, боже, даже не хочу знать, что так... А, опа! Неплохо, Сергей! Сергей, кстати говоря, матерый малый, он может йогу преподавать. Джамп. А, я понял. Hit me. Так, хорошо, я понял. Почти! Так, тихо, надо, короче... Так, вот. Интересно получилось. Очень классная карта. Как интересно ее сделали и подали. Я впервые такую штуку вижу. Вот вроде думал, что Pogo Jump будет обычный, оказался нет. Standard The Movie 2, кстати говоря, мы с вами его видели. Я это помню, друзья. Поэтому мы его сейчас не будем смотреть. Он к тому же, видите, новый был. Относительно. Heard the Nation. Интересно, какой? Нет, такого точно не было. Я бы запомнил. Или был? Может, у Сергея плохо с памятью? Ладно, в любом случае, будем это, как его, переживать за сердечко. Возможно, понадобится ребенку. Надеюсь, не бомжу. Хотя бомж тоже человек, но все-таки ребенок как-то... Ну, сами понимаете, бомж уже пожил, побомжевал, да и ребенку побомжевать. Что ты такой эгоистичный бомж, что ли? Давай, делаем ставки. Кстати, вот пока напишите комментарий, чье будет сердечко. Я делаю ставку, что это будет Джейби, например. А напишите вы. Только честно пишите, и пока еще вот вы не видите, а то знаю скиды. Это бомж! Я надеялся на лучшее. Бомжи всегда забирают лучшее, понимаете? Бомжи, они... Во всем виноваты бомжи. Я вот что хотел вам сказать. Едем дальше. Happy Sword Row. Давайте, нет проблем. Я люблю метать. Ой, как всем весело. Сейчас я с вами поиграю. Дети, вот на тебе, маленькая сучка. Я тебе что сказал? Кушать сельдерей. Ты почему не ешь? Это полезно. Вот что бывает с теми, кто не кушает сельдерей. На! Это процесс воспитания. Что вам не нравится? Черт. Черт. Хорошо, еще разочек. Давайте, так. На этот раз надо экономнее использовать мечи. Нет, не... Давайте на кет! И... Видите, мы поднимаем девочку в знак того, чтобы они боялись нас, чтобы они знали, что будет с ними. Блять, девочка, нихуя себе, она жирная. Блять, гамбургеров обожаю. Опа, 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 опа. Смотрите, одной рукой я лучше орудую, чем двумя. Ой, да силач, Сергей. Ну ты меня... Чищу камень. Половая девочка. Не половая тряпка.
камень должен быть чистый. В нашем магазине вы сможете купить прекрасную девочку-тряпку. Ваши камни будут блестеть как никогда. Вы можете натирать их сбоку. И слева, и справа. Давайте послушаем наших постоянных покупателей. Ой, это прекрасно! А это супер! Нет! Твою мать, придется заново. Еще разочек. Так, Тимми, лови сестру! Тихо, сейчас я хочу сестру кинуть. Или это его девушка, может быть. Смотрите на него! Папа в шоке. Вот она, отцовская любовь. Так, тихо, я вижу нашу цель, но... Так, вот, давайте бомжа. Но! Какой... Блин, он сказал о мои ноги, но я попал ему, сами видите, не в ноги. Это, кстати, говорю, тяжело. Так, тихо, тут нужно один. Ох, Тимми, бля, прости. Но тебе в любом случае ты мертв, тебе это уже не понадобится. Да ёпта... Все пошло не совсем по плану. Ух ты, тут продолжение есть. Давайте, здорово. Я готов убивать дальше. Смотрите, танцующий бомж. Давайте кинем ему пятак мечей. Не день. Что? Тихо. Нет! Что такое? Я застрял. Но я хочу продолжить. Так, еще разочек. Так, надо быстро справиться, короче, с этим. Я хочу узнать, что будет... Нихуя катапульта. Так, давайте девочку. Что творится? Пусть она валяется. Ну, так. Нет. Так, это всего лишь спина, Сергей. Ничего. Давай, вытаскивай меч. Да я прошу тебя, дай мне меч, а валяйте. Как... Что это было? Так, ножницы, прием ножницы. Смотрите, как символично получилось. Посмотрите на Тимми. Эй, детка, как ты там лежишь? Он такой лег на локоток. Эй, детка, как ты там? Я нормально. Мне нравится. Давай, Тимми, я подвину ее к тебе. Я вижу, ты ее пришел совратить. Все. Блядь, да что за... Это же не смешно. Понимаете, это, блядь, не смешно. Не смешно. Так, вот... Хотел не в него. За что мне это? Что девочка сделала, блядь? Что она? С этой картой что-то не так. Так, давайте, я хочу попасть в того парня. Это очень крайне трудно, блядь. Так, да дай мне, возьми один, что такой жадный, что, еврей? Девочка забирает все мечи у меня. Я не знаю, она против войны. Все, последний меч, смотрите, это знаете, как... Да твою... Все, девочка, блядь, тупая ты, сука. Погоди, что она будет делать? Доминирует, бля. Так, все, спокойно. Сначала надо избавиться от нее. Все, ложись. Куда бы тебя? Надо тебя куда-нибудь отбросить, чтобы ты не мешала мне тут. На! Вот так. Все, теперь я чувствую комфорт. Так, мне надо... Вот так. Вот. Хорошо, просто положил, вдруг понадобится. Бери, если что. Нет. Ох, отлично, я как знал. Иди, Гуревель. Почему не задел? Бля, вот того парня, на самом деле, очень трудно кинуть. На деньги, бля. На! Нет. Как же мне попасть? Нет. 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 Блин, чуть-чуть, его же надо просто задеть. В жопу тому и в голову себе. Так, я хочу попасть, я хочу узнать, что там будет дальше. Какая трудная карта! Я не умею кидать мечи, оказывается. Зато я убил маленького Джастина Бибера. Есть! Ура! Он убил отца! Все, ура, я иду дальше. Отлично, отлично, наконец-то! Теперь надо убить танцующих бомжей. Это очень трудно. Они очень уорвутся. Он просто колбасится. У него там это, open air. Уйди от меня, вон! На колени. Так, что дальше? Это же водопад. И... Бля, это было очень круто на самом деле. Классная карта, причем недюжина доставила. Едем дальше, тролль левел. Короче, нас там будут это, типа, троллить. Давайте. Что такое?
Нет, я не... А, я, это был троллинг, точно. Welcome to Troll Level. Заживись, давайте, потральте меня. Ну-ка, что нас тут ожидает? Ну, Battle Run-то предсказуемо. А, это непредсказуемо было. Так, Дэв, я пойду на смерть. Я знал, что там ее нет. Нет, нельзя идти, мне нельзя. Сейф, Danger, да. Черт! И там проблема. И там смерть. Давайте еще раз. Тимми, ты... Он такой, все, папа, я не пойду, иди ты в жопу. Это с этой картой что-то не так. Так, ясненько. Оу! Окей, я пойду на финиш. Нет, нет! Я знал, что там что-то не так. Надо было проверить. Надо было изучить всю карту полностью. Понимаете? Полностью. Так, Тимми, за то, что ты предал папу. Вот так вот. Папа оторвал тебе голову. Вперед, я отец. Я свободен, свободный мужчина в самом расцвете сил. Я как Карлсон. Улетел, но не вернулся, что касательно моей жены бывшей. Так. Нет, коин я брать не буду. Да-да-да, знаю я эти. Ха! Сергей, не наступай, найди те же грабли два. Ну ладно, ребята. Найди те же грабли два. Нет! Ах, неплохо. Неплохо, неплохо. Так, что-то будет не то. Я так и знал. Да что ж такое, бля. Ох, ёпта, ох, неплохо. Блин, реально клёво, слушайте. Некоторые прямо такие сюжетные повороты. Прям еще бы немного я подумал, что эту карту сделали люди, которые делают Игру Престолов. Neon Pogo Challenge. Вау, погодите, это же был... А, нет, это другая. Это не новый Neon Pogo Challenge. Я готов к новому. Джастин Бибер. Сам ты Джастин Бибер. Не оскорбляй меня. Нуб, бэт. Я лучше буду нуб, бэт. 6 years old. Girl. Короче, 6-летняя девочка. А это что? Уже лучше, типа, getting better. А это? Неплохо. Так. А это? Просто, типа, невероятно. Эвсом. Так, тут, короче, надо сосредоточиться. Вот видите, потеряли наш шлем, и все. Аэродинамика нарушена. Уже не тот сам. Я лысиной своей докоснулся. Holy shit. Типа, твою мать. Ну, типа, твою мать. Год. Бог. Так, спокойно. Жопой главной, понимаете? О-о! С ральником своим пролезть. Ну, а. Тихо. Бля, это тяжело на самом деле. Вам кажется, это легко, а это тяжело. Все, хакер я. Да, я такой. Вот! Вот! И да! Ха-ха! Поцеловал с двух сторон. Майнд, и, короче, взрыв мозга, грубо говоря. Не мозга этого, рассудка, короче, ну, и так далее. That was great next level. Ох ты, нихрена себе. Теперь level 2, ступеньки. Мы уже что-то подобное проходили не раз. Это без проблем. Так, а вот круги, похожие на сиськи. Это действительно испытание для меня. Мечтал это сделать, хотя бы в игре. Так, о, ох, там шарики, это же футбол. Так, ball level. Тут надо это, стиль глисты. Давай, Сергей. Мы не раз были в жопе. Нам не привыкать быть глистом. Так. Это сложнее, это сложнее. Все, блин, клево. Клевый пого-джамп, хотя и называется так же, как предыдущий. Throw yourself, короче, кинь самого себя. А, мы играли, кстати, подобную. Ну-ка, но это другая. Серебро. Неплохо. Еще разок. Тут главное петь, понимаете? Не горлечу я. Там же не было золота, но это тоже засчитали. Поэтому неплохо. Отлично. Neon Pogo... Нет, стоп. Neon Glassbreaker. Это хорошо. Конечно же, папочкой. Папуль. Блин, какие-то они здесь сразу толстые. Я еще немного, и я подумаю, что я нахожусь в общественном сортире вместе с афроамериканцами. Настолько здесь все толстое. Так, нормально. Блин, это реально инсейн. Не то слово. Давай, Тимми, помоги мне. Ха-ха-ха, папа, я тебя наебал. Ха-ха-ха, теперь я главный тут. Я ухожу в свою личную жизнь.
Я сломаю сам себе руки! Я хозяин себе! Я маленький Тимми! Так, черт подери, нам надо выбрать другого персонажа. Отлично подойдет бомж. Бомж на турбоколяске. Нормально! Нормально! Там нормально тоже ловится. Так, тут надо разогнаться. Не так, не головой. Так, вот, опа! Бомж знает толк в разрушениях. Тихо, надо отъехать. Тут главный разгон, понимаете? О-о-о-о! Так, нет. Стой. Это мне не хватает разгона. Как тяжело управлять коляской, кто бы знал. Yeah, like that, да. Так, тихо. Опа! Вперед! Нас ничто не остановит. Руки! Это тяжело. Это трамплин. Давай преодолеем его, бомж. Молодец. Impossible. Я, кстати, не знаю, как я преодолею Impossible. Давайте. Нет. Бомж, нет. Бомж просто не хочет. Он такой, прекрати мучить меня. Изверг. Постучался бы. Тык-тык-тык, открой. Так, еще раз. Нет, все. Мой трамплин. А, да, Еще разок, и все, будет нормально. Тихо. Не ной, бомж, тебе уже нечего терять. Кстати, у тебя, я бы тебе сказал, что у тебя слишком дорогая коляска для бомжа. Это всего лишь целая нога, бля, фу. Есть! Ай да бомж, ай да молодец. Теперь он просто знает, как ломать стекла в магазинах, чтобы грабить их. Поэтому он прекрасно ломает стекла. Big Jackass Jump. Давайте. Я прыгаю. И... Нет! Все пошло не так. Я хотел зацепиться за турбину, ну-ка. Так, нет, еще раз. Yeah! Вот так вот! Вот это было клево! Хоть я и сдох, но думаю, ничего страшного. Ну? Ясно. Я отмечу 5. И пойду дальше. Сто ways to die, короче, 100 способов умереть. Мы подобные уже играли, но тут что-то другое, смотрите. Но это пушка. Wait a 5 second after impact. Короче, подождите 5 секунд. Так себе. О, дедушка Санта-Клаус. Ясно. А это что? Ну, это мы знаем. Ну-ка. О, это было действительно жестко. Ну-ка. Забавно. Так, это... О, вот это будет вообще круто. О, напоминает один фильмец. Вот это клево. Так. Все? А, стоп. Смотрите, нет, его там расплющило. О, вот это клево. О, нет, нет. А, смотрите. Бедный эльф. Так, еще это. Это бедный Тимми. Бедный Тимми. Вот это порка, это я называю поркой, так надо воспитывать своих детей. Неплохо, вообще эти карты прикольные, типа вот эти, Stow Ways to Die и бла-бла-бла, они очень все забавные. Learn to fly, фу. Нет проблем. Поехали. Так, так, да, давай, я готов летать. Это все? Что-то не пошло не так, погодите. Но. Я не прошел первый. Оп, оп, оп. Так, нормально. Ого. Оп, опа. Оп. Опа. Это я молодец. Ох, ёпта. Так, тихо, тихо, прикольно. Оп, оп, оп. Молодец. Тихо, 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 тихо. Главное не залезть. Так, последний. Тихо.
спокойно. Е, я молодец. Муа, пол. Поцеловал пол. Клевые карты, кстати говоря, таких мало делают. И последняя карта, давайте, сворт-ро. Ух ты, как? Kill them all. Короче, убей их всех. Нет проблем. Нате, ублюдки. Нет, надо экономить. Так, еще разочек. Мы их всех не убьем. Тимми, я тебя с детьми, это как его? Не стал его убивать так, ну, жестоко. Мачете, мачете. Да что-то я не убиваю. Ой, я сэкономил. Видали? Экономия, залог экономии. Нет, я не могу убить бабу. Так, начнем с бабы. Она коварная, она спряталась за мужик. Нет, мне не нравится уже. Вот. Блять, мог бы сэкономить, кстати. Вот. Тут еще, понимаете, как возьмешься. Так, давайте. Все, теперь мы с тобой один на один. Наконец-то, Люси! Ты мне изменила! Что это было? Она откосила жопу такая. Что-то дискомфортно. Боже, какой ужас. Короче, друзья, на этом мы с вами закончим. Я искренне надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, создавайте группу ВКонтакте, строить группу в стриме. В общем, у нас есть канал также на Твиче. Там проходят прямые трансляции. И не забудьте про плагины и автоматические уведомления. Всего вам самого наилучшего. Так, чтобы такого сказать пафосного. I'll... Sein Trinken. Не знаю, что это. В общем, всем, друзья, пока.